Компания «Витаукт» при изготовлении фитокомплексов использует растительное сырье, которое выращивает на своих собственных плантациях, расположенных в экологически чистой местности, предгорьях Северного Кавказа. Основа же продукции – черный орех, гинко билоба, так называемое живое ископаемое, и диаскория кавказская. К слову, у истоков основания компании стоит известный фитолог Геннадий Гарбузов, автор 17 книг по оздоровлению натуральными средствами. Уникальная технология производства и поэтапного извлечения экстрактивных веществ разработана специалистами Пятигорской фармакадемии и позволяет получить на выходе мощный бесспиртовой экстракт, содержащий более 95% биологически активных веществ. Вся продукция наша является уникальной, не имеет аналогов, не содержит консервантов, ароматизаторов, не содержит спирта, сахара. Продукция компании «Витаукт» – это природный источник душевного равновесия, комплексная поддержка всех систем организма, оздоравливает желудочно-кишечный тракт и защищает от опухолей, очищает от более чем 80 видов паразитов, защищает печень, укрепляет сосуды и продлевает их молодость, нормализует давление, повышает активность мозга, понижает сахар и холестерин, восстанавливает потенцию. Выставка на Несебрской работает до 30 июня.